29 декабря в актовом зале администрации состоялось торжественное мероприятие для подопечных отдела опеки и попечительства и комплексного центра социального обслуживания населения, подготовленное по инициативе комиссии по делам несовершеннолетних. Открывая собрание, глава города Зайнуддин Акмазов поздравил всех присутствующих с наступающим Новым годом и отметил, что руководство города будет вести усиленную работу в направлении социальной поддержки населения. Далее перед присутствующими выступил заместитель главы администрации Хайбула Умара. Действия, которые комиссия по делам несовершеннолетних проводит с вами, и мероприятия, которые наши праздничные проводятся, они проводятся совместно с Следственным комитетом. И вот сегодняшний праздник тоже организован как раз таки вместе с комиссией по делам несовершеннолетних и Следственным комитетом. На мероприятии также приняли участие первый заместитель главы администрации Бадыр Ахмедов, заместитель главы администрации Тагир Гаджиев, руководитель Хасавюртовского межрайонного следственного отдела Тулпар Маликов и главный специалист комиссии по делам несовершеннолетних Мария Гибекова. На мероприятии было приглашено около 30 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В свою очередь Тулпар Маликов поздравил приглашенных и пожелал всем мира и добра в наступающем новом году. Просьба такая несовершеннолетним детям, если вдруг в отношении вас соседи, ребята, которые постарше, или другие, которые с группами, или что-то делают, или другие отчимы, если вдруг есть такие, если есть опека-попечительство, которое занимается не тем, чем надо, и в отношении вас проводят неправомерные действия, то Следственный комитет, и тоже мы вам дадим телефоны наши, в любое время вы обращаетесь, мы приедем, это будет и анонимно. Основной целью собрания стало вручение подарков детям из малообеспеченных семей. Главными спонсорами подготовленных подарков выступили представители Хасавюртовского межрайонного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан. В общей сложности до 30 семей получили пакеты с подарками и продуктами. Центр наш отдельно. Центр? Центр уже много. Какой центр? Зарема Хайбулаева, Тагиб Магомеднабиев, информационная программа «Пульс».